Салон и мебельная галерея сообщает, что работа для вас в обычном режиме. Приходите, выбирайте мягкую корпусную мебель. Лето, дачная пора, а еще это самое время обновить интерьер. Отправьте надоевшую мебель на дачу, а красивые и удобные новинки для вашего дома вам помогут подобрать продавцы-консультанты. Не успевают волонтеры доброго сердца порадоваться за своих подопечных, которые смогли обрести дом, как им приходится искать новых хозяев, но уже для других животных. Только за минувшую неделю в приюте появилось около 10 новых жителей. Это и маленькие котята, и уже взрослые коты, а также собаки. Вот эта дружная семья живет в добром сердце совсем недавно. Маму вместе с котятами поймали на Волге. Все они пока немного диковаты и при любой попытке их задеть сразу шипят. Но они обязательно станут ласковыми и пушистыми комочками счастья. Для этого нужно время и, конечно же, любовь и забота. Котята очень игривые, но разве в клетке можно разогнаться и повеселиться вдоволь? У волонтеров просто физически не хватает возможности уделить внимание каждому, кто громко мяучит или приветливо виляет хвостиком. Еще один узник судьбы – это маленький щенок. Он тоже немного диковат, ведь в приюте он пока что один. Там, где его нашли, осталось еще несколько щенков, которых тоже в ближайшее время привезут в приют. Хочется верить, что они тут долго не задержатся и совсем скоро переедут на постоянное место жительства в новую семью. В добром сердце много животных, и все они готовы стать вашими друзьями. Вот которые с подсосения поступили животные, у кошечки, у молодой, 7 месяцев примерно так. Вот у нее была травма на спине, по-видимому, собака закусила. Сейчас она проходит лечение. Котик вполне способен жить в квартире, в доме черненький. Значит, он здоров абсолютно. Один котик черно-белый, возрастной, где-то ему 7-8 лет, тоже здоров. Можно его приглядеться и взять кому-то. Белая кошечка, очень красавица наша, с характером дама. Вот. У нее ушки чистить надо. А так она тоже уже, можно ее взять домой. К переезду домой готовы все жители приюта. Неважно, молодое животное или уже в возрасте, они верят, что могут стать домашними и любимыми. Оказавшись в надежных и заботливых руках, им больше не придется бояться быть выброшенными на улицу, самостоятельно искать себе еду. Каждый из этих пушистиков достоин того, чтобы обрести свой дом и не испытывать на себе боль от человеческой жестокости. Приходите в приют и откройте для них свое доброе сердце. Супермаркетом «Ярмарка» торжество устроить просто. Овощи и фрукты, колбасы, молочные продукты, детское питание, товары собственного производства, салаты, горячие блюда, ароматная выпечка. Супермаркет «Ярмарка» ждет вас с 8 до 23 часов, улица Глединская, 61.